Здравствуйте, дорогие орхоманы, любители зеленого мира! Сегодня мы будем работать над уникальной темой. Это сейчас всеми любимая, очень активная тема орхидариума и флорариума. Я создала первую часть своего флорариума, а вторую часть оставила для вас, чтобы с вами вместе практиковать и создать новую композицию. Так, сейчас приступим к этому делу. Для этого нам нужны будут материалы: на дно керамзит, дальше мох наш местный, растения экзотические, тропические. Для украшения, для создания красоты мы будем использовать разные мелочи, цветные камни, цветные растения и тому подобное. Так, поехали, друзья! У нас емкость водонепроницаемая. Мы это проверили. Сейчас для дренажа мы положили керамзит. Не обязательно керамзитом покрыть всю площадь, потому что нашим растениям и мху нужна будет влага, вода. Поэтому я полностью не наполнила емкость керамзитом. Сейчас мы сделаем набросок наших коряк, цветов и будем обкладывать мхом. Фаленопсис, мультифлора, азиатка, она ароматная. Я ее сюда подметила и вот сразу сняла с горшка и пересаживаю сюда. Я использовала все, что у меня есть в запасе, особо ничего не покупала. Тоже азиатская орхидея. Вот еще одна азиатка, мультифлора, красавица моя. Вот тоже будет она теперь жить в этом орхидариуме. Вот второй цветонос пошел. Надеюсь, ей здесь тоже очень понравится. Мне они очень понравились именно вот с этими грибами, с грибочками. Эти вот высохшие, они у меня вот уже как сувениры стали. Поэтому я не хочу их отрывать. Вот его пристроим вот сюда. Так, дорогие мои, вот здесь вы видите суккуленты. Перегородку я их посадила. Постараюсь, когда буду опрыскивать, соблюдать нормы полива суккулентов. Надеюсь, они тоже здесь уживутся, приживутся хорошо. Но это все идет у меня пробно. Кому здесь не понравится, я спокойно буду их убирать на свои прежние местонахождения. Сюда положили керамзит. Я здесь не буду использовать ни песок, ни торф, ничего другого, потому что в емкости вода стоит. Влагу она будет давать, а керамзит у нас будет помогать, чтобы корни орхидеи моих не обмакали в воде. Моя заготовка – торт из мха. Когда я их собирала, я еще не планировала создать флорариум. У меня пока не было в плане этого. Они тоже влажные. Точно не знаю, сколько они у меня продержатся, как будут расти дальше. Ну, это все будем уже по ходу наблюдать. Мини-композиции вот у меня в плане создавать, чтобы легко было подарить, сделать приятные подругам, знакомым. В первой части использовала бегонию, потому что бегония тоже у нас очень много сортов распространено и продаются. Для яркости можно использовать бегонии разных оттенков. Можно сюда антириумы сажать. Спатифолум – женское счастье, потому что их можно даже в воде выращивать. Сингониум тоже очень красиво будет и расти, и радовать нас своими зелеными листьями. Чтобы здесь были для всех растений ультрафиолетовые лучи, использовала LED-ленту и вот LED-лампочки. Это все прикреплено вот к реечкам. И, конечно, чуть-чуть не эстетично выглядит сверху, а так вот для растений все, что нужно. Потому что здесь вот идет LED-ленты красного цвета, фиолетового и желтого цвета. А эти LED-лампы, это обычные белого цвета, освещают. И мне кажется, вот это освещение даст лучи солнца хоть в микрочастицах. Здесь постоянно есть вода, здесь влага снизу всегда есть, она обеспечена влагой, вот корни я имею в виду, а сверху обычное опрыскивание, сверху вот мох опрыскиваем, конечно, мох очень любит влагу, влажность в общем помещении 88–78% идет, но чтобы подстраховаться, чтобы не угробить этот мох, будем поддерживать, опрыскивая сверху. Здесь отдельно наполнять емкость водой не обязательно, потому что вот когда мы опрыскиваем, вода скапливается на дне. Вот этой воды для влажности достаточно. А дальше при уходе будем наблюдать и изучать, какое растение будет хорошо себя чувствовать. Его можем оставить, дальше добавлять такого же растения. А кому не понравится, можем спокойно убирать. Мы по ходу вот этого создания изучаем и растения, и их состояние, и обогащаем наши навыки. Вот так вот каждый из вас может попробовать у себя. Не только вот в таких больших территориях можно сделать маленькие емкости, баночки. Все, что попадется под руку, оригинально выглядящие камни, можно украшения. Я вот здесь еще использовала золотую лягушонку, чтобы было красиво. Вот так вот создали еще один мир зеленого богатства.